Всем респект, братва! С вами Мрадер 120 гигабайт, и сегодня мы посмотрим на основные изменения, которые нас ждут в версии 1.0 игры PlayerUnknown's Battlegrounds. Вопреки изначальным планам, разработчики дали нам попробовать эту версию всего на один день. К тому же доступны были только сервера Северной Америки и Азии. Можете представить себе, какой там был пинг. Да и в целом разрабы предупреждали о нестабильной работе тестовой версии, на то она и тестовая. Так что в полной мере насладиться игрой и изменениями мне не удалось. Однако большинство основных изменений я все же опробовал, и сейчас вам о них расскажу. Начнем с малого. Логотипчик поменялся вот на такой вот беленький. Не знаю, зачем это надо было, если честно. Старый мне вообще-то больше нравился. Но, видимо, разрабы решили немножко освежить имидж. Далее. Реки и моря теперь глубже. Это мало на что влияет, зато правдоподобнее, хоть пока и подглючивает. Еще нам, наконец, добавили анимацию открывания дверей. Теперь наш персонаж открывает их рукой, а не силой мысли. Не понимаю, почему это решили добавить только в релизной версии, но да ладно. Главное, они это сделали. Перейдем к более важным изменениям, которые коснулись прицелов. Теперь у коллиматора новоголографического и 2x прицелов с помощью колеса мыши вы сможете настроить яркость перекрестия. Кроме того, 8x и 15x прицелы теперь имеют вариативный зум, то есть вы сможете настраивать его, увеличивать и уменьшать с помощью того же колеса мыши. К сожалению, найти эти прицелы, чтобы посмотреть, как это выглядит и показать это вам, мне так и не удалось. Поэтому я спизжу видео у этого чувака. Нихуя, вот это зум, вот это просто охуенный зум. Просто нихуя, вот это нихуя зум, я понимаю. Это реальный его комментарий. Подписывайтесь на его канал. Кстати, у него всего 3 подписчика. Что это за хуйня? Еще более значимые изменения коснулись машин. Во-первых, им всем поменяли звук движка на, по словам разработчиков, более реальный. Давайте сначала послушаем все виды транспорта, а потом я скажу, что думаю по этому поводу. Так, ну тут то же самое, так что похрен. По моему мнению, звук не прям так сильно отличается от того, что было у нас до этого. Хотя соглашусь с тем, что он больше приближен к реальности и менее раздражает. К тому же слышны звуки переключения коробки передач. И да, нам добавили звук визга шин при торможении. И еще одно изменение в звуке. Теперь громкость двигателя в кабине машины при переключении на вид от первого лица тише, чем снаружи, когда вы используете вид от третьего лица. Кроме того, физика машин также была изменена в сторону более реальной. Транспорт стал тяжелее и неповоротливее. Особенно это касается мотоциклов. Уйти в занос теперь сложнее, однако если машина в него уходит, контролировать ее тоже сложнее. Если на машинах это скорее отразилось в негативную сторону, то мотоциклам это добавило устойчивости, перевернуться на них теперь не так просто, как раньше. Однако я все же надеюсь, что разработчики в будущем изменят физику на более динамичную, чтобы не казалось, что мы едем груженные на дачу. Ну и наконец то, что мы ждали с момента появления этой игры в Steam. Система преодоления препятствий. Теперь нет необходимости обходить ненавистные полуметровые заборы, которые далеко не всегда удавалось перепрыгивать. Наш персонаж с легкостью их преодолевает, хоть и немного замедляется в этот момент. Кроме того, теперь вы можете забраться в те места, куда раньше было тяжело или вообще невозможно попасть. Наш персонаж научился подтягиваться. Это раскрывает игру еще более глубоко, добавляет динамики и вариативности тактик. Но и это еще не все. Как настоящие бойцы спецназа, мы в релизной версии сможем выпрыгивать и проникать в дома через окна. Некоторые умельцы наловчились делать это и сейчас, но с новой системой все в разы удобнее. При этом стекло в оконной раме нам не помеха. Ощущения от этой системы просто охуенные. Это именно то, чего давно не хватало игре. Стоит заметить, однако, что система сильно урезана и отличается от того, что было анонсировано в видео, выпущенном разработчиками. Но я все равно рад, что она наконец реализована хоть в каком-то виде. Будем ждать изменений и улучшений этой системы. Стоит также заметить, что иногда вам понадобится разгон, чтобы запрыгнуть в какой-нибудь высокое окно. Плюс к этому далеко не во все окна вас пустят. Те, которые имеют решетки или деревянные перекрытия, не дадут вам возможности выпрыгнуть либо запрыгнуть в них. То же касается высоких препятствий, через которые мы с вами в детстве без проблем перелазили. Напоследок я оставил одно из сомнительных изменений, которое, однако, не удалось до конца прочувствовать. Разработчики изменили баллистику. Теперь на пули воздействует сила сопротивления, меняя ее траекторию. Пуля теряет свою скорость, как это происходит в реальной жизни. На больших дистанциях от 300 метров эти изменения будут наиболее
ощутимы. До конца новую баллистику мне так и не удалось прочувствовать. Думаю, на это нужно гораздо больше времени, чем выделили нам разработчики. Однако многие жаловались на снижение урона на большом расстоянии у различного оружия. Что с одной стороны печально, с другой дает многим шанс определить, откуда ведется огонь. Я считаю, что по этим изменениям пока рано высказываться, и надеюсь, разработчики дадут нам шанс еще раз их попробовать. Кроме того, были внесены изменения в зоны попаданий на персонажах. Область шеи теперь защищается шлемом. Стрельба по рукам и ногам наносит меньше урона, а попадание по плечам, бедрам и в зону груди больше. Напоследок, разработчики обещали бросить огромное количество сил на борьбу с читерами. За все время в игре было забанено уже свыше 700 тысяч читеров. Некоторые игры были бы рады такому размеру аудитории. В общем, разработчики божатся, что понимают серьезность проблемы и стараются бороться с ней максимально эффективно. Общие впечатления от теста версии 1.0 положительные, но только если сделать скидку на то, что это тесты. Работы еще уйма, но я верю в разработчиков. Они не раз доказывали, что действительно работают над своей игрой, чему я очень рад, надеюсь, как и вы. На этом видео буду заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а если вы уже подписаны, то респект вам жесткий и до встречи в следующих видео. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!